І ми з вами, шановні, продовжуємо підсумовувати, наскільки змінився світ після зустрічі Байдена з Путіним, так, як все це вплине на Україну. У нас включення спочатку з Москви, а потім буде Вашингтон на зв'язку. А тепер з нами Міхаїл Фішман, російський журналіст. Михайло, привітую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я позвольте, я угадаю, реакція в Російській Федерації на результати саміту Это, наверное, праздник с шампанским. Медиа вовсю рассказывают о тотальной победе Путина. Я, я не ошибаюсь? Ну, я должен признаться, я не смотрел телевизионные новости, хотя читал их изложения. А, вот. И, например, в одной из ведущих программ на центральном телевидении сюжет в одной и той же информационной программе сюжет о том, как Путин летит в Женеву на саммит с Байденом, был показан дважды. В одном информационном выпуске? Да, в одном информационном выпуске. Может, они забыли, просто не ту кнопку нажали? Нет, не думаю. Это я, это такое это вот, э, собственно, проявление вот этого э, аффекта и вот этого, э, вот этого счастья по поводу э, встречи э, Путина с, э, с Байденом вот оно проявляется таким образом. Вот, ощущение счастья, да? А вы как оцениваете то, что произошло в Женеве? Слушайте, ну, мы знали итоги заранее, более-менее. Мы понимали, что а, ничего принципиального а, не произойдет. Мы понимали, что будет в лучшем случае некое рамочное заявление о том, что хорошо, чтобы а, был мир на Земле. Такие общие слова там, которые такие ностальгические, из, даже не из моего детства, а из юности моих родителей, где-то какая-то середина 70-х годов. Вот. Мы не знаем, что на самом деле обсуждалось и к каким выводам они пришли. Мы понимаем, что были проведены некие действительно красные линии с, с обеих сторон это наверное хорошо потому что, потому что по крайней мере москва кремль владимир путин лучше теперь понимает за какие пределы не нужно выходить я думаю что в большой степени это касалось разговоров по кибербезопасности и по хакерским атакам от которых американцы довольно сильно сильно устали ну и кроме того мы знаем, что Байден сказал, что ну посмотрим, как пойдет, э, там несколько, через несколько месяцев увидим, как это все работает. Но, собственно, э, вот нам предлагается подождать эти полгода и посмотреть действительно, как это все э, работает. Но э, исходя из того, что саммит этот, э, собственно, зарождался под, э, э, под э, звуки возможной, э, собственно, уже надвигающейся войны, и под, под вот эти вот под движение танков к западным российским границам в окружающим Украину, теперь мы, по крайней мере, можем рассчитывать на деэскалацию на хотя бы на какое-то время. Это, конечно, позитивный итог. Вот здесь поподробнее, пожалуйста, по вашему мнению, что именно понял Путин? Какие красные линии? А в случае с Украиной он не может перейти. Нет, Ваш... этого я не, я не могу сказать. Это, я, я не могу этого сказать. Мы не знаем, как это обсуждалось. Просто сам факт того, как Путин отзывался об этих переговорах, и как Байден отзывался об этих переговорах, свидетельствует о некой деэскалации. Сформированы какие-то группы, которые будут дальше обсуждать, там или, по крайней мере, проявлена решимость сформировать эти какие-то группы, которые будут что-то обсуждать, возвращаются послы, то есть, по крайней мере, вы с самой низшей точкой куда-то куда, -то, куда -то отскочили, а это означает само по себе, что, что Кремль не готов сейчас бряться оружием ну, непосредственно после этого. В течение ближайших месяцев мы можем быть спокойны по этому поводу, как мне представляется. Я не знаю, в каком, в каком именно аспекте и как обсуждалась Украина. Ну, Владимир Путин сказал, что Продекларирована приверженность Минским соглашениям, как если я верно понимаю. Э но это, конечно, все требует, требует расшифровки. Тут важнее на самом деле не то, что мы знаем от именно э, про итоги саммита, а скорее про то, что им предшествовало. Все-таки саммит э завершал турне Байдена по Европе. И две важнейшие встречи: одна это саммит НАТО, а вторая это Большая, э, большая Семерка, и, и там, и там. Украина обсуждалась и, собственно, с этим багажом Байден ехал, летел уже а, в Женеву на а, его собственное заявление, прямой ответ на вопрос а, корреспондента по итогам саммита НАТО. А, вопрос звучал так. А, означает ли неурегулированность границ и, во, и во, во, военная неурегулированность а, в, в, в Украине что Украина не может стать членом НАТО. Байден отвечает нет. Это важный ответ, важный вопрос и важный ответ. Это первое. Второе, это, это, собственно, само заявление Большой Семерки, где э, сказано, что Россия является непосредственным участником конфликта на востоке а Украины, а не посредником. Это, это прямая цитата. Вот это, собственно, тот багаж, с которым Байден приехал э, на саммит, и это два важных очень э, момента. Соответственно, в этом ключе очевидно дальше это и обсуждалось, ну, а как будет, а что дальше будет происходить э, в этом смысле, мне кажется, сказать сказать трудно. А что дальше будет факты. происходить? Ми про це поговоримо вже за кілька хвилин. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Міхаїл Фішман, російський журналіст. Про результати зустрічі Байдена із Путіним, президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Ми говоримо і з нами на зв'язку Міхаїл Фішман, російський журналіст. Міхаїл звучали мінські соглашення во время переговорів. І ми з вами знаємо, що їх по-разному розуміють в Москві і в Києві. В Украине понимают невозможность проведения выборов, это так, к примеру, до того момента, когда Украина возьмет под контроль участок границы Донецкой и Луганской областей с Российской Федерацией. И компромиссы в этом вопросе, судя по всему, невозможны. Означает ли это дальнейшую деградацию всего Минского процесса, как вы считаете? Ну, это речь уже не про встречу Путина с Байденом, а в целом про ситуацию... На Донбассе, да, но они это, касались, знаю, они просто. касались этой темы и э, речь шла о том, что минские договоренности фигурировали, да? об этом говорил и Путин и Байден. А, да, но тут мне добавить не нечего к тому, что мы знаем уже не первый год на самом деле, если я правильно понимаю. Может быть, я не знаю каких-то деталей, потому что я не, эм, не эксперт, который э, внимательно следит за тем, что происходит ежедневно на линии соприкосновения, но но смысл происходящего всем понятен У, уже давно. Да, Украина требует проведения сначала границы, потом выборы, а Москва говорит сначала деньги, а потом стулья. И это принципиальный, конечно, для Владимира Путина вопрос. И он, конечно, от него не отступит. Он очевидно считал, что вначале, что он сможет эм, объехать эм, нового президента, такого еще неопытного, зеленого в прошлом вообще комика и так далее, на, на хромой козе. А когда эти ожидания не оправдались, то в Москве сильно рассердились. И, собственно, вот мы живем теперь с этим уже пониманием, те сливы, которые публикует местная здешняя пресса из, от российской страны из рабочих групп, они демонстрируют, что, конечно, тут никакой компромисс с точки зрения Кремля невозможен. Донбасс должен вернуться управляемым из Москвы в Украину, и точка. Здесь навстречу Путин, конечно, не пойдет. Наоборот, он поднимает ставки регулярно, он же вот еще совсем недавно он снова стал разговаривать о том, что три украинские области, если я правильно помню, правильно, верно его цитирую, исторически были, поним... осознавали себя русскими и православными и так, и так далее, ну, в общем, то есть он нагнетает на самом деле свою вот это вот это понимание, что Украина это не несостоявшееся не государство, а такое а такая некая некая конструкция э существующая благодаря, как он говорит, подаркам от русского народа. Вообще слово словосочетание русский народ э из его уст звучит все чаще и чаще, и это, конечно. То есть его разговор с Украиной, безусловно, не закончен. Это просто надо, 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 надо понимать. Да-да, мы, мы это понимаем. Вы знаете, да. складывается впечатление, что чем больше Путин говорит о том, что Украина не состоявшееся государство, тем точнее все понимают, что Украина состоявшееся государство. Ну, тому потому что лежащую собаку не бьют, мы же с вами это знаем, да? А вот по поводу угроз, подтягивания войск к территории Украины, вы об этом вспомнили. Вся, да. это, вся эта угроза вторжения может обосторожить после проведения учений Запад 2021 вы говорите о деэскалации а мы сейчас о рисках поговорим мне, мне трудно рассуждать на эту тему компетентно но я исхожу из того что я понимаю мы просто понимаем несколько вещей первое это как я уже сказал что разговор путина с украиной не закончен это вообще проблема которая его преследует уже много много лет, не первый десяток лет, он проигрывает, он проиграл в 2004 году на выборах, когда он хотел поставить Януковича, это не получилось, он проиграл потом в 2014 году снова с Евромайданом и так далее. Это его такая, такой багаж, который его безусловно ну, определяет его вообще видение того, что ему нужно в этой в этой в этой жизни. Это, 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 первое. А второе, это то, что его, собственно, модус вивенди, его образ жизни, его, его политика, это всегда эскалация, это всегда поднимание, поднятие, повышение ставок. А он только так последний уже, ну, считай, 10 лет уже себя ведет и никакой другой логики не знает и не, знает, и не понимает. Это означает, что обострение неизбежно, на мой взгляд просто иначе не может быть другое дело в как они будут протекать и дойдет ли до до новой реальной войны исключать этого я бы не я бы сегодня к сожалению не стал бы такой в перспективе возможно хотя еще раз скажу что вот тот а, саммит который про который прошел скорее на ближайшую перспективу точно снимает эту, а, эти 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 риски но ну и в целом а, полезен для того чтобы а, избежать этого это можно было бы избежать э, в будущем, но поскольку для Владимира Путина это единственный на самом деле э, рычаг, э, политический рычаг, который он э, понимает и которым он считает, он умеет управлять, эскалация. Чем дальше, тем, тем больше речь идет о вооруженной эскалации, то мы э, еще, конечно, увидим обострение на, на, этом, на, этом, на, на этом направлении. У меня тут сомнений нет. Спасибо, Михаил. С нами с нами был, шановный Михаил Фишман, российский журналист. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.